Глянь, какой пыкатый. А вот и сам Денис. Да, и сам Денис. Как мы назовем его, Каролина? Денис. 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 Денис Непоседа. Такие вот бенгальские огни. Ага. Дальше сок. Сок от Лены. Да. Гранатовый, да. И я хочу. А это чей был подарок? Каролинин. А это дальше Каролинин, да? А это Камиля. Это Да. Давайте. Начнем давайте с бабушкиных подарков. Надо еще одну квартиру купить, чтобы вот. Еще куда-то она где-то подарки приносила. Вот бабушкин подарок, это Снегурочка. Вот. Да и так видно. Туда. Поближе к Амилю. А это дедушка. О, так рога даже лучше видно. Дедушки Дед Морозов. А это дедушки Дед Мороз. И дедушке еще хрюшку. Бабушка хотела арбузом даже. Дедушке арбуза. Хрюшку, а бабушке арбуз. Шоколадку, да? И еще рюмочку. А то что? Икру. А, ну да, и икру красную. Как это без икры Новый год? Лососина. Конфетки. И бабушке, и Дед Мороз принес еще вот такие конфетки. Угу. А главное, зеленый, свежий. А ну покажи, папа, что это не подделка. Арбузы. Кавунчик или кавуниха? Кавунчик. А ну покажи нам. Кавунчик. Ну уже скоро будет кавунихой. Так, следующее. А ну покажите Дед Мороза. Вы же Дед Мороз не показали. Камил, ты ему нос закрыл. Вот такой Дед Мороз. Да. С лимонадом. С лимонадом. Так, следующее у нас что? По очереди. По очереди. Так, мое. Опа! Папа, что это ты нашел? Вот свиньи. Это год свиньи. Это конфета, наверное. Конфета, да. Угу. Конфета или мыло? Конфета. Каролина тоже думала, мыло, не конфета. Это я в интернете такие видела в Вайбере. А, мылица пошла. Да. Продавали. Мылица пошла. Нет, это не Денису. Тут кукла. Что вы мелите? Это вам. Еще одну. А, для Бобби Бёрна. Еще. Это Каролина. Для Бобби Бёрна. Так, а ну открываем по очереди. Каролина, ложи вот сюда на коробку вот, конфет. Это моё. Кепочка. Каролина. Шапочка для Бобби Бёрна. А что, это может для Дениса? О, Дениса, он уже взрослый, что вы мелите? Какие-то миски. И сам Денис. Глянь, какой пыкатый. Глянь, какой пыкатый. А вот и сам Денис. Да, и сам Денис. Как мы назовем его, Каролина? Денис. 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 Денис Непоседа. Такие вот бенгальские огни. Ага. Дальше сок. Сок от Лены. Да. Гранатовый, да. И я хочу. А, да. А это чей был подарок? Каролинин. А это дальше Каролинин, да? А это Камиля. Это моя. Жилетка. Жилетку ложи. Давай, жилетку. Вот сюда ложите жилетку мне. Папа, помогай. Жилетка. Какая классная, а ну ложи сюда, ложи. Как у Камилы, почти. Ой, какая классная, боже, прелесть. Мягусенькая. Класс. А это что? Платье. А, на море.
Нет, это футболочка, это блузочка, королёв. А ну ложи. Леди Моя. Да. И еще что-то. Ух, Дед Мороз. Платье. Нет, это футболка. Туника. Туника, да. Хэппи. Хэппи. На себя приложи. Угу. Отлично, бомба. Следующий. У меня это шоколадка и мандарин куча. А, нет, еще не все. А у Каролины, где твои Каролины мандарины? Мандарина, вот там. А, вот, покажи пакет. А, это мой. Это нам на Святой Николая принесли. Я говорю, на Новый год где мандарины? Вот. Ага. Да. А николаевские мандарины покажи. Да. Покажи. Вот. Объешь, да? Ага. Вот. Камиль, сюда покажи, Лиза. Угу. Это же кофта? Да. Угу. И забыла вам показать, такой рисунок есть на этом пакете. То есть на ней замучаешься, пугаешься. На этом пакете. Мыло. Угу. Синка. Да, мыло синка. Можно мне открыть? Это мама. Нет. Куклы. Мама в куклы не играет. Это тебе, Камиль. Это Камилина. Каролин, что ты туда лезешь? Отдай Камиле. Камиле отдай. Каролин, отдай Камиле куколку. Блин, она ее заинтересовала. Ага. Камил, показывай. Камил, дальше что у тебя? Да? Это папе. Нет. Какому папе? Это Камиле. Каролин, что ты лезешь? Отдай Камиле. Угу. Ты свои подарки развернула. Ну что у тебя за мода? И это шампунь. Вот. Да. Шампунь. А это вам интересно. А это уже папа будет разворачивать. Это уже папе нам? Это уже папе и маме. Да. Ну маме. Это, наверное. Папе? Это мне! Это Камиле. Это мне? Да, это Камилин. Да, это Камиле. Здрасте, у Каролины такое есть платье. Камила, это твое. Это, а давай, папа, назад. Это все Камилочки? Да. Эльза. Я ее знаю. А ну показывай, папа. Это Анна. Она же просвечивается, нет. И что, это правильно показывает. Да нет, смотрите. А, это лосины и... Это колготы. Что-то еще. А, это тебе так. Что это, папа, а ну покажи, что это? Это. Колготы? А это что, папа, покажи это мне. Лосины. За медаль. Это медаль. Я не умею читать на английском, но читать не... Джуди. Это точно так же, что... Если я не ошиблась. Ой, красивая, в школу. Да, в школу. И... нет, это не кадет. Там мам. Так. Вот такая вот, ну, как бы жилетка. Угу. Да. Тоже светится. Блин, какая тоже красивая. Вышита. И кофточка. Угу. Все? Все тут не мерзло. И еще одна кофточка. Вау, красивая. Вот ого, ли какие губёки. Да, класс. Вот вот. Что, спит чешуна там? Она быстрее. Да, наверное. Да, спит. Лен. Все. Ну, у нас тут куча подарков. Да. Вот такие нам подарки подарил Дед Мороз. И... большое ему спасибо. Да, большое ему спасибо. Всех поздравляем с Новым годом. И говорим всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина и папа на канале Камила и Каролина. Пока-пока! Да.
Что там надо? На красную кнопочку и на колокольчик будет выходить новое видео. Обновление. Пока! Пока-пока! И тысячу лайков поставьте. И расскажите нам, смотри, что вам принес Дед Мороз, да? Да. В комментариях. В комментариях. Да. И смотрите наше предыдущее видео, где Дед Мороз нам принес очки. Виртуальной реальности. То есть он к нам домой приходил, а это он пришел к нам до бабушки. Да. Всем пока-пока! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Пока-пока! С Новым годом! С Новым годом! Да! Пока!